Коллеги, ну, конечно же, невозможно в рамках экспедиции не прогуляться по магазину. Вместе с Олегом Рузановым, директором магазина, мы сейчас прогуляемся по Ашану в Нижнем Новгороде. И на старт, и постараемся посмотреть только сервисные моменты. Все-таки большой магазин, и все-все-все проходить нет смысла. А сервисные точки уже здесь сразу обращает внимание то, что это те пледы, о которых мы говорили. Все-таки как, давно это уже реализовано как проект? Мы начинали это делать несколько лет назад. Потом в связи с известными нам событиями, да, когда были некие COVID. Санитарные нормы, ковид, да, мы это убирали. Да. Uh-huh. Сейчас мы вернули. Uh-huh. И покупатели отреагировали моментально. Uh-huh. Да, то есть сразу они вспомнили, что это есть. И вот летом, когда в зале прохладно, свежих продуктов, это uh-huh. самый популярный лайфхак для нас и для клиентов. Хочу сказать, что именно здесь мы сейчас видим как раз то место, где уже не вмещаются ваши партнеры, насколько я знаю, это такой промежуточный вариант. Как активно пользуются этим сервисом ваши покупатели? Это активное направление, да, то есть у нас, как мы говорили ранее, уже процент товарооборота e-com. Uh-huh. От общего товарооборота магазина он иногда даже выше среднего по стране. Uh-huh. Вот, и постоянно мы растем по причине того, что мы работаем с партнерами, мы расширяем зону доставки. Uh-huh. Ну и, как я говорил, у нас есть возможность как самовывоза, да, так и доставки непосредственно домой. Uh-huh. Кстати, если говорить про клиентов офлайн, то у нас есть еще одна такая сервисная фишка, и мы сделали это достаточно давно, клиенты к этому уже привыкли. У нас есть возможность бесплатного заказа такси для клиентов от определенной суммы. Uh-huh. То есть если клиент набирает корзину на 5000, то в ближайшие районы, Мещерское озеро и находящиеся рядом здесь с нами улицы, мы осуществляем доставку клиента вместе с его товарами домой на такси. Да, угу. Это очень тоже удобно, потому что не у всех есть машины, во-первых, да, и, конечно, этим пользуются. Ну что ж, мы прогуливаемся таким образом по магазину, и сейчас есть возможность, ну, в принципе, классический у вас магазин, галереи, много чего. Если говорить про операционную, регулярную работу, мы сейчас попробуем посмотреть все-таки ключевые сервисы и по пути еще понять, как их выполнять. И вот мы когда говорим про, там, не знаю, те же пледы, не знаю, сейчас вот увидим ваше кафе, да, вот это все, когда оно появляется, как сложно это поддерживать в дальнейшем на регулярной основе? Привычка нужна во всем, поэтому как и привычка у клиентов, uh-huh. да, так и привычка у сотрудников, чтобы успевать поправить пледы, да, успевать их дезинфицировать, да, постирать в конце рабочего дня. То есть это все, конечно, требует некой такой, скажем, тренировки uh-huh. и в комплексе, ну, огромной работы с командой. Uh-huh. Да, клиенты, они потом иногда даже напоминают, что у вас закончились пледы или у вас кончились еще какие-то, да, корзинки, там, я не знаю, пакетики. Ну, это очень редко бывает, потому что на самом деле уже, ну, мы натренированы настолько, что в течение рабочего дня дежурный директор, менеджеры направлений, сотрудники, они это контролируют, да, с определенной периодичностью. Я хочу здесь немножко приостановиться, даже больше не про еду поговорить. Uh-huh. Уж простите меня, пожалуйста, те, кто любит у меня тему собственного производства. Здесь, конечно, еда также вкусная, ее также много. Вчера успели тоже здесь немножко перекусить. Хочу вот узнать про вот такие вещи. Вот вся вот эта красота, которая здесь видна людям, она производится здесь или это привозится с центра? Ну, вот, это централизовано, то есть мы разработали с маркетингом и с универом кулинария этот афишаж,
да, и, собственно, изготовили, собрали с магазинов информацию по размеру оборудования, да, по длине прилавка, изготовили и централизованно доставили. И теперь у всех все одинаково. А раньше вся декорация печаталась внутри магазина. Сейчас мы печатаем только такие текущие вещи, цветные ценники, например, да, какая-то такая легкая декорация, но опять же по валидированному макету. А централизованно все, что такое, скажем, на пластике, да, большие, большие крупноформатные плакаты, вывески, это все делается уже централизованно. Ну вот у нас кафе. Как давно у вас появилось кафе в магазине? Кафе у нас давно, уже, наверное, на протяжении 5 лет. Вот, и оно растет вместе с нами. То есть буквально недавно в нем было 20-28 мест, сейчас уже почти в 2 раза больше. Это не предел, поэтому мы понимаем, что нам нужно продолжать отвечать на потребности клиентов, да. Если мы поймем, что мест недостаточно, мы будем продолжать увеличивать площадь. Еще сервисный момент. Понятно, что рядом очень удобно находятся там кассы, которые, кассы, весы, те, которые должны быть, на тех местах, где они должны быть. Мы прошли категорию конфет, где у вас иначе немножко выкладка сделана конфет. Сколько у нас развесных конфет вы? Если говорить про товары на вес, то в этом направлении более 700 референций. SKU, да, то есть это как популярное направление, да, когда покупателю не нужно, во-первых, переплачивать за упаковку, да, красивую, а во-вторых, у него есть возможность взвесить столько, сколько ему нужно, 100, 200, 300 грамм, поэтому это направление, оно очень востребовано у клиентов, и эта продукция была в нашей компании всегда. Сейчас мы идем вдоль галереи, где много бытовой химии, там воды, и уже по пути я начинаю видеть несколько новое, потому что еще, то есть у вас есть примерочная, причем я уже вижу, что примерочная весьма и весьма удобная. Да. Это тоже сервис? Это тоже сервис, конечно. У нас было 2 примерочных. Вот они находятся сейчас с левой стороны, да, и однажды мы получили запрос от покупателя, вернее, мы увидели, что клиенты стоят в очереди, и, соответственно, мы поняли, и они нам сказали, что, ребята, ну, примерочных мало, и вот итог, собственно, плюс 4 примерочных, комфортных, новых, удобных, светлых, с зеркалами, с чистыми ковриками, с пуфиком. Это элементарное уважение, да, к клиенту, и это то, что, собственно, нам практически ничего не стоит, да, а для клиента это очень удобно. А еще один момент. Я всякий раз радуюсь, когда такие вещи информативного характера есть, учитывая, что главное еще, чтобы это на месте было, при необходимости можно и подобрать размеры и все прочее. Вроде как, зачем? И так все известно, в интернете можно подсмотреть. Но если это рядом, и это логично, да, расположен. Да. Есть размеры, во-первых, европейские, да, сейчас там мы видим, что M, L, XL, не все разбираются в этом. Кто-то привык к размерному ряду российскому, стандартному, 48-50, например. А есть подсказки по возрасту ребенка, да, и это тоже очень удобно. Мы сегодня немало говорили про собственную марку, и, конечно, количество дополнительных подсказок, там, наша марка создана Ашан. Я так понимаю, что это также распространено везде, да, но да, вот просто само выделение, даже категория, оно все-таки притягивает и больше внимания. Конечно. Вообще, по поводу СТМ, вы как-то особым образом работаете с этой категорией? Вот, ну, вот именно как-то особенным образом? Мы стараемся соблюдать политику компании. Да? Для нас важно, чтобы рядом с товарами каждый день первой цены находились товары «Красная птица», да? Более, так скажем, ну, средней ценовой категории. Да? И, ну, в нашем магазине, в конкретном, мы стараемся выделить дополнительно, то есть увеличить ширину на полке, выделить дополнительное место, поставить товары на торец, да, сделать какую-то микросезонную операцию в этом плане, то есть сделать вот островок в отделе. И вот это наше отличие, наверное. Ну, хотя наши практики тоже повторяют другие магазины, а мы берем... тоже пользуемся практиками наших мы коллег. Дошли до отдела, в котором немножко чирикают птички.
уже Ашан-сад. Любимый сад. Да, и вот прям слышно. И да, я вижу вот ту активность, которую еще у вас сделана. Это такой отдельный выделенный ассортимент, что там в Нижнем Новгороде любят париться. Да, однозначно. Я думаю, как во всей России. И на самом деле эта фишка у нас зародилась, когда я работал в Сибири в одном из магазинов. И мы попробовали сделать эту инсталляцию. Сибиряки, истинные ценители бани, оценили это. Это привлекло внимание. Был шикарный запах свежего дерева, свежих веников. И мы решили повторить. Ты знаешь, никто мимо не проходит. И все понимают, что, ну, во-первых, это сразу ты идешь, и тебе хочется, ты сразу представил, что ты в бане, тебе хочется купить веник, аромамасло. И это, по сути, маяк, который означает, что баня, имплантация бани, она здесь. Все очень просто. Да. Все просто, но каждую активность нужно сделать, где-то выстрадать, потому что тоже отдельный момент. Уже вижу лавочки. Лавочки, да, тоже ответ на потребность покупателя. Мы делали скамейки до этого, их было немного, и покупатели нам говорили, а можно сделать побольше, и мы решили сделать комфортные, удобные лавочки в большем количестве. Я еще один момент увидела, а вот это что здесь, калькулятор? Да, я объясню, это тоже, скажем, такой процесс, да, который организовано рабочее место, который позволяет сотруднику быстро отрезать клеенку, посчитать при необходимости метраж, если это метраж и цену, если это не целый метр, да. И здесь же находятся бланки, с которым клиент отправляется на кассу, и там ему пробивают. Мелочи. Да, да. Но все, должно быть удобным. Да, да. Отрезать клиентку легко, соответственно, можно набрать, чтобы пришел, потому что не каждый человек это готов сам делать. Не только девушки мерзнут. Да. Так, ну мы сейчас прошли таким образом практически весь магазин и фактически находимся в одной из той точки, которой кто-то начинает свой путь по магазину, кто-то завершает. Что здесь обычно у вас происходит? Это коммерческие акции, это самые популярные места магазина. То есть я называю это лицом магазина, да, то есть это то, что видит клиент, входя в магазин. И сейчас представлена одна из крупнейших акций «Снова в школу». Да, то есть это вроде кажется, что до школы сегодня еще. Сегодня 21 июля, а мы уже готовимся в школу. Да, да, более того, мы поставили это в начале июля, на первой неделе. И на твой вопрос, почему так рано, я отвечу. Это не рано, потому что на самом деле клиенты хотят заранее подготовиться к школе, да, чтобы не бегать и не собирать там остатки там за 3 дня до школы. А если это первый класс, когда для родителей это настоящий стресс, то это тем более актуально, и мы облегчаем покупателям жизнь. Поэтому здесь сейчас более 3500 SKU, включая перманентный ассортимент, из которых 400 товаров собственных торговых марок. И здесь, да, если обратить внимание на, опять же, мы уходим в детали, если, да, то есть вот такой, так, секундочку. Планшеты? Да. Нет, не планшеты, а есть вещь, которая облегчает покупателю тоже, чтобы он ничего не забыл. Да, это список самых необходимых товаров для школы. Да, то есть это тот набор. В списке это наше все. В списке наше все. Да, как по-другому? Ну и все мелочи связаны с тем, что подчеркать. Я недавно, кстати, в другом магазине. Да, планшеты я уже их просто пропускаю, потому что, ну а где попробовать цвет ручки, да? А где попробовать маркер? То есть это уже такие вещи, которые мы считаем, они уже без них просто невозможно. Это просто вот такой базик, да, вот если мы говорили про базики, про правила, это незыблемая вещь, которая вот она должна быть, и все, и точка. Да, то, что у вас такой достаточно большой отдел. Кстати, здесь у нас же туристический. Да, совершенно верно. Здесь вот на входе, мы уже на входе хотим показать покупателю то, что вы в Нижнем Новгороде, добро пожаловать, да, наши туристы, гости города, ну и вообще, собственно, сами жители Нижнего Новгорода могут купить и, если куда-то едут, подарить, да,
подарок из нашего прекрасного города. И это вот первый сигнал того, что в нашем магазине это есть. И дальше у нас это все подсвечивается внутри отделов, покупая свое родное, наше, нижегородское. Да, Олег, сервис бывает разный. У нас есть там очень много моментов, связанных с уютом или с комфортом, но есть еще и сервис по ассортименту, что здесь. Да, это еще одно напоминание для наших покупателей, что у нас есть что привезти из Нижнего Новгорода. Ну и нижегородцы любят этот ассортимент, поэтому здесь мы собрали самые любимые товары, которые есть в локальном ассортименте. Это символика города, это конфеты с изображением известных мест, это самые популярные конфеты, да? Это чаи, это другие всякие десерты. И, конечно же, снова напоминание о том, что это Нижний Новгород, сувениры, блокнотики с изображением лучших мест города. Здесь у нас представлены фермские товары, среди которых тоже есть нижегородский производитель. Ну и вот, например, в молочных продуктах мы видим, что наши товары, товары наших производителей, они все помечены специальным значком «Свое самое родное», «Свое самое любимое». И это тоже является частью сервиса. Мы уже таким образом прошли весь магазин, сейчас не заходим в прикассовую зону, но есть возможность еще один момент отметить. И немножко удивительно, это не специально, это реально. У нас сейчас было по плану заезжать именно в Нижний Новгород, но действительно у вас в это время как раз праздник, и у нас даже небольшие съемки получились из столовой, где нарядность есть. Да. Как праздники? То есть у вас каждый раз праздник? Каждый раз, да. Нужно, во-первых, вместе с клиентом отметить наш праздник. Это возможность в том числе вместе с ними отметить наши совместные достижения, да? Клиентов порадовать дегустациями, сюрпризами, праздничным тортом. Ну и сотрудники, это же наша главная ценность, поэтому каждый год, вот на неделе, когда наш день рождения проходит, мы накрываем столы, мы устраиваем конкурсы, различные активности. И это мотивирует, на самом деле. Как сделать людей вовлеченными? Вот ответ. Вот такой получилась прогулка по магазину. Олег, большое спасибо за то, что погрузили и чуть-чуть еще показали, как обычно проходит ваш рабочий день. Вот. Такие сервисы, понятно, что ничего нового, возможно, я вам не показала. Но вот эти из этих мелочей создается тот покупательский опыт и тот покупательский путь, которым вы своего покупателя сопровождаете. Изучайте, думайте о том, как можно у вас это применить, или делитесь уже в дальнейшем и вашими какими-то наработками. Читайте, изучайте наши материалы, и до встречи на сайте retail.ru. До свидания.